Ну, привет. Это на Бузилии. Это очередной пакет ответов на ваши вопросы, обсуждения, если хотите. Вот так незаметно началась уже вторая половина года. Вторая половина второго военного года. Сказал бы кто-нибудь перед 24 февраля, что мы будем в такой реальности. В рожу бы плюнул или дал бы в рожу. Но, как видите, я возьму очки, поскольку... Иначе с мобилы, простите, но уже не получается без очков. Итак, вы прислали очень много вопросов. Спасибо, что запарились. Я понимаю, что все-таки выходные, лето, отпуска, дачи и так далее. И, тем не менее, видно, насколько вы переживаете, насколько горячие вещи вас интересуют. Ну, как всех думающих людей. Это не в порядке комплименты. Итак... Лева, Лева Мако, видимо, пишет, видимо, так его зовут или ее. Недавно попалась информация о том, что семья Николая II избежала расстрела и спаслась Из Ипатьевского дома. Каково ваше мнение по этому поводу? Мнение совершенно однозначное, к сожалению, из Ипатьевского дома в июле 2018 года, а сейчас годовщина как раз через несколько дней никто не спасся. Никто, абсолютно ни один человек, не стоит верить никаким конспирологам, и таким и сяким тем, кто говорят, спаслась Анастасия и прочее нет. Следующий вопрос. Хотел узнать, пишет автор с ником знак бесконечности. Хотел узнать, как вы думаете, что будет с Запорожской АЭС, ее ждет участь Каховской или нет. Мне кажется, в таких случаях нужно всегда исходить из вопроса, кому это в первую очередь выгодно. В том, что касается взрыва на Каховской ГЭС, сегодня уже ни у кого не остается из нормальных здравых людей сомнений в том, что это было выгоднее, подрыв ее и уничтожение водохранилища, был и подъем воды в Днепре ниже, было выгодно в первую очередь российской армии. Кому выгодно уничтожать или нарушать хотя бы деятельность хорошо защищенной а, Атомной станции запорожской, ну посудите сами, если украинцы, которые будут вести дело к тому, будут вести дело к тому, чтобы освободить все свои территории, нормальные люди, будут ли они взрывать станцию, которая им, как и всей Европе, еще очень сильно пригодится. Нарусова, вопрос без подписи. Только она из верхнего шла на власти позволяет себе выступать и голосовать против. У нее есть карт-бланш, или она представляет одну из башен Кремля. Может ли кто-то из ее клана быть одним из претендентов на власть после того, как наступит момент? У Нарусовой нет клана. У нее много знакомых, но нет клана. Является ли она представителем какой-то из башен Кремля? Думаю, что не является. Она является представителем семьи Анатолия Собчака и его вдовой. Есть ли у нее карт-бланш, то есть право говорить все, что она думает? Не радикальный, не абсолютно снежный карт-бланш. Бланш, Бланш это белая по-французски. Не абсолютно снежная, но право говорить больше, чем все остальные, и не быть окончательной шестеркой, как подавляющее большинство сидящих в верхних креслах у нее есть. Сергей, почему простили Пригожина и простили Или? Ребята, этот вопрос обсуждается уже сколько? Две недели считайте, и до сих пор никто не приходит к единому выводу относительно того, простили Пригожина или нет. Если бы его не простили, то его бы не было в живых. Это первое, на мой взгляд. Во-вторых, это такая игра, игра таких ребят, у которых в лексиконе слово «простили» как правило, не присутствует. Договорились каким-то образом, да. Если бы не договорились, была бы кровища, Э, стоила бы эта вся история жизни очень большому количеству людей, э, договорились определенным образом. Тот факт, что ему дают спокойно перемещаться по России, тот факт, что ему дают там ездить в Белоруссию, возвращаться, что Лука там играет свою роль, пытается играть с этим лагерем для части наемников Пригожина, свидетельствует о том, что достигнута некая договоренность. Сколько она будет соблюдаться и какая она, мы пока не знаем. Сам факт, что у человека накрывают огромное количество кэша в коробках, значит, на территории его офиса, на самом деле, там, отеля, на самом деле, это не просто офис Пригожина. Во-первых, офис там в разных местах есть. Во-вторых, те, кто представляет себе Питер, наверное, знают, что там почти весь квартал исторической застройки на Васильевском острове, около моста лейтенанта Шмидта или Николаевского моста, принадлежит Пригожину. Он там занимался активно расселением квартир в старых домах, примыкающих к вот этому отелю Трезине и к дому, где находится или находилось его кафе взорванное, где взорвали военкора в апреле. Так что у него там такой, я не знаю, как это сказать-то прямо, ну, куст такой, короче, собственности, недвижки. И то, что там провели обыск, это да, а то, что потом вернули наличку в диких деньгах, в диких количествах, и все это золото, и все остальное, Означает, что работают какие-то особые механизмы. Они так, чтобы чисто по закону приехали, его подозревают в государственные изменения, в попытке захвата власти, в мятеже. Там статей вот столько, вот столько статей. Ничем не кончается. До сих пор неизвестно, какой этот сумасшедший ПВОшник, по словам Пригожина, который отправил на тот свет полтора десятка людей, летчиков разных летательных аппаратов, значит, самолете и вертолетах. До сих пор неизвестно, кто он и что он. Понимаете, государство устами Путина расписалось в том, что оно само живет по понятиям, а не по законам. Путин открытым текстом сказал, что государство, во главе которого он поставлен народом, финансировало контору, которая запрещена по закону. Так спрашивается, есть ли законы в государстве, если само государство, в чем подписался глава, само государство кладет на свои законы. Тут и кэш, и создание, и функционирование частных военных компаний, наемничество и дд и тп. А раз государство живет по понятиям, и в этом расписывается его глава, то оно по понятиям и договаривается с таким человеком, как Пригожин, который великолепно знает, как договариваться по понятиям. Но еще раз говорю, это не гарантирует ничего. В любой момент может что-то измениться, и Пригожин не станет. О, литературка. Но ну, это ссылки на Медведева, красавца, конечно, нашего. Анон Барс пишет. Анон Барс. По-моему, Айн Ренд сказала, самолет взлетает против ветра. А говно, как не кидай, хоть по ветру, хоть против полететь не сможет, только шмякнется в грязь и высохнет на солнце. Это такой, это не вопрос, это такой, как бы, эссе. Эссе. Отсылка к тому, что там Медведев ссылается на Айн Ренд, который сказал, что самолет против ветра взлетает, как, дескать, Россия взлетает против ветра, запад на нее дует. Ну, уже все знают теперь, что... Айнренд этого не писал и не говорила, что это приписывается Генри Форду, который тоже этого ни хрена не писал и не говорил. Значит, забедено все на это. Если вам интересно, почитайте биографию девушки по имени Алиса Розенбаум. По некоторым версиям Алиса Розенблю. Это девушка из города Петрограда, дочка вполне обеспеченных еврейских родителей которая в период НЭПа, когда было чуть-чуть полегче с возможностью выезда за границу, по еврейской линии помогли уехать учиться, и она с концами осталась в Америке и стала великой писательницей. Но не... нас интересовал в первую очередь роман ее «Мы живы". Это первый ее роман, который вообще никак прошел. Он еще по-английски не очень хорошо писал. Там вообще был никакой тираж. А вот «Атлант расправил плечи» – следующее произведение, которое считается философским произведением базовым для смысла капитализма, ну, кому интересно, почитайте. Но этой фразы Айн Рэнд не говорила давным-давно доказано. Без подписи. Почему Запад не вводит тотальные санкции против России, а ограничивается постепенным введением пакетов, которые Россия достаточно легко переносит? Если полностью сдушить экономику, прекратить поставки, может тогда и не до войны уже будет? На мой взгляд, ответ одновременно очень прост и очень сложен. Если в двух словах, Запад, во-первых, это не один человек. Это Россия один человек, Путин. И любая шестера под ним, министр, не министр, вице-премьер будет делать то, что скажет Путин. Запад, во-первых, это много разных стран, у каждой свои интересы. Во-вторых, это уважение к партнерам, это уважение к народам, которые избирали правительство. Потому что в западных странах, которые можно отнести, кстати, Японию с Южной Кореей тоже, Проходят нормальные и прозрачные выборы, и правительство, и президенты ответственны перед своими народами. У народов могут быть разные точки зрения на то, что происходит. И соответственно в любой цивилизованной стране правитель думает о народе. И если сейчас даже они все договорятся, страны НАТО, вот все крупные страны, начать по-крупному по душить Россию, то неизбежно встанет вопрос. А чем виноваты все российские граждане, особенно те, у кого нету больших денег, таких подавляющее большинство, если уничтожить всю экономику, то это уничтожить жизнь этих граждан. Один раз история уже через это прошла. Когда в 18 году заканчивалась Первая мировая война, ну с Россией понятно, большевики устроили свою мясорубку, а страной проигравшей оказалась Германия и страны-победительницы устроили ей полный пердимонокль. Когда на нее были наложены дикие контрибуции, были отобраны территории, Германия всем была должна, платила, платила, платила. В Германии началась нищета, голод колоссальный. И в результате народ был дико, в совершенно диком состоянии, дико недоволен своей жизнью разрушенная экономика, все такое прочее после войны, плюс национальное унижение, когда немцев прибили. И это был великолепный навоз, на котором вырос цветочек под названием как? Правильно, Гитлер. Который сказал, немцы, я вас отмажу, я вас спасу, нас унизили, мы им дадим всем просраться, мы сделаем опять великий рейх и так далее. И немцы поверили. Они устали жить в дерьме чувствуют себя униженными, раздавленными, нищими, безработными. Поэтому память у коллективного Запада работает. А постепенное введение санкций напрягает экономику России в любом случае и очень сильно. Может быть, менее сильно, может быть, могло бы быть более сильно. Но постепенно-постепенно тут крантики подкручиваются, тут крантики, тут крантики, тут крантики подкручиваются. Я понимаю, что эта позиция не бесспорная. Есть масса народу, которая говорит, что должны бы действовать по-другому. И вон рестораны работают, и дефицита никакого нету. Москвичи и питерцы счастливы, внутренний туризм цветет, бла-бла-бла-бла. Все это так. Но тем не менее экономика напрягается, напрягается, напрягается. Объемы продажи газа, главной крови русской экономики, в разы упали. Я не специалист, конечно, по нефтянке, по газовому сектору и так далее. Это Надо спрашивать Михаила Крутихина. Но я-то его как раз спрашивал. Михаил Иванович и говорит, что эти санкции медленно, но системно работают. Понимаете? Цена рубля, которая сегодня рухнула, это один результатов, один из результатов этих санкций. Почему Москва относится к другим субъектам России как к колониям? Даже представители московских «управляек» в кавычках, к местным работникам на предприятиях относятся как к недоразвитым тузенцам. Мы же один народ. Ну, народов много населяет территорию России. А почему Москва относится к субъектам России как к колониям? Потому что исторически все субъекты России современной, так или иначе, это колонии Московии. Да-да-да. Московское княжество, из которого выросла современная Россия, оно же постепенно поднялось, 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 поднялось и постепенно подобрало под себя этих, этих, всех остальных князей, под себя, потом царем стал называться московский князь, и этих захватил, и этих, и дальше прирастало, прирастало московское царство, увеличилось, потом России стала называться, джи, джи, присоединяла становилось мощным. Некоторые как сами к нему тянулись, некоторые захватывали, присоединили. В 19 веке, ребята, Туркестан весь был присоединен. Ну вот что, Узбекистан, вот эти территории. Средняя Азия, Туркестан вот это а называлось. Это середина 19 века. Тут я, мой, мой прапрадед был жив тогда, Набутов Иван Васильевич. То есть это совсем недавно. Что было с балтийскими странами, сами знаете, и с Молдавией, и когда их присоединила Московия под названием уже Советский Союз. И тогда везде московский царь это владелец всех своих подданных. Потом царей скинули, бла-бла-бла, но вместо царей кто стали? Там, генеральный секретарь ЦК, Сталин стал. Он имел власти как Иван Грозный, я вел себя как Иван Грозный. И это постепенно осталось в голове. И сегодня мы все, русские люди или советские люди, бывшие советские, мы понимаем власть как сильную персональную власть. Но ни хрена не выходит ни с какой демократией. При Ельцине поигрались два года в демократию, сделали новую конституцию, и всю власть отдали Ельцину. Потому что иначе был бы полный бардак и кровопролитие колоссальное. А получилось вот опять царя. Следующего царя построили, знаете его фамилию, он сейчас царствует. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Вселенной Милашиной в Чечне. По-моему, уже все комментарии прозвучали, какие есть. Ситуация хуже, чем катастрофическая. И ситуации этой сегодня выхода нет в современных условиях. И долго еще не будет, если будет вообще. На данный момент, что там Ваньку валять? Надо называть вещи своими именами. Чечня – это отдельный мир, это отдельная планета – которая формально находится и содержится за счет России. И, в общем, правы те, кто говорят, что в двух чеченских войнах в 90-е годы и в конце 90-х победила Чечня, потому что Россия продолжает все время выплачивать ей репарации, практически не требуя ничего или почти ничего взамен, кроме декларируемой верности кому? Московскому царю. Соответственно, законы там свои. Какие это законы? Где там адаты, шариат? Вопрос второй. И то, что случилось с журналистом, причем выдающимся журналистом Еленой Милашиной и адвокатом Немов, это еще одно доказательство. М пишет. Нет ли у вас ощущения, что цель СВО – сознательное плановое уничтожение людей? что это война не только Путина, а некой группы людей, в которой Зеленский и Путин лишь исполнители чужой воли. Да нет, конечно, это ерунда. У Москвы э, в загашнике были прекрасные кейсы. Абсолютно для нее бескровный захват 20% территории Грузии, а потом захват Крыма. И с некоторыми минимальными потерями, значит, захват огромной части территории Украины, имея в виду Донбасс. Не было никакого плана целенаправленного уничтожения большого количества людей. Наоборот, было намерение мгновенно захватить Блицкригом. Хлоп, маленькая 90-я война, Киев, Зеленского, и все поклонятся и покорятся. Немного не по повестке дня сегодняшней, когда вы последний раз были на футболе. Клянусь вам, после начала того, что началось 24 февраля 2022 года, на футболе не был. В ближайшее время не собираюсь, главное даже думать о нем тяжело. Тем более, что мой любимый Ливерпуль сгорел. Дальше. Почему вас не зачислили вреды на агентов? Да хрен знает, я что, сам себя что ли буду зачислять? Не зачислил, можно зачистить еще раз. Исполнилось 85 лет Ленинградскому телевидению. С чего вы там начали? Нравилось ли работать ваши воспоминания? Ребятки, ну не здесь, не сейчас, ладно? Я был молодой, мне, конечно, нравилось. Я любил свою работу, пропадал там часами. Но Ленинградского телевидения давно нет и больше никогда не будет такого, как оно было. Когда-нибудь, когда я стану совсем немощным, я что-нибудь напишу там или наговорю. И вам отдельно пришлю. Хорошо? Вот какое болезненное письмо. Я, как и многие сверстники, уехал из России в Петербург, начал жизнь с чистого листа в другой стране, по крупицам собирая все, что осталось в народе, не записался в спортзал. Молодец. Это действительно помогает. Да, но иногда как ком в горле давит сознание, что хрен знает, когда вернешься. Что посоветуете, кроме спорта? Заранее спасибо за ответ. Не имею права ничего советовать. Спорт, да, посоветую без врагов. потому что адреналин поджигает, чувствуешь себя лучше, спится лучше, становится как-то веселее на душе, с ребятами кем-то в зале знакомишься. Это нормально. Относительно других советов, когда давит осознание того, что не знаешь, когда вернешься, я не так давно прочитал, по-моему, это написал знаменитый Виктор Франкл, которому, кто не знает, погуглите, которому посчастливилось выжить в одном из страшных гитлеровских концлагерей. По-моему, это его слова относительно того, что в концлагере фашистском первыми погибали те, кто жили все время с мыслью о том, когда это все закончится. Вторыми погибали те, кто жили с мыслью о том, что это никогда не закончится. А выживали те, кто отбросили эти мысли вообще и жили сегодняшним днем, делая то, что они могли, какие-то мелкие вещи, решая вопросы, которые возникали каждый день, найти еды, починить одежду, что-то еще. То есть, закрыв свой поле зрения, такими непроницаемыми щитами, сфокусировавшись на ежедневной жизни. Вот они чаще выживали, чем другие. И то же самое я слышал от людей, которым приходилось по много лет сидеть в тюрьме, даже не в колониях, а в тюрьме. А они говорили, что так или иначе ты, чтобы не сгореть, ты фокусируешься на ежедневной жизни, которой сегодня ты живешь, и тогда тебе легче. Продолжая какие-то философских вопросов очень много. Я боюсь, потому что долго получится. Но вот создается впечатление жуткого троллинга всех нас, живущих в России, со стороны руководства страны, Думы и прочих там героев-уголовников. Как будто все хотят создать как можно больше жуткого бардака, героически с ним разбираться привлечение всех. Сама это СВО из серии этих бардаков. Сразу было понятно, что она поделилась страну на два лагеря. Может, для этого и была задумана. Или пора на канатчика удачи. Ну, не надо на канатчика удачи. Это, кто не знает, это московская психушка. А насчет того, что было задумано, чтобы разделить страну, страну постепенно, постепенно, постепенно делили, методами пропагандистскими в первую очередь, накачивая, накачивая, накачивая патриотическую истерию или псевдопатриотическую истерию. И это сегодня становится понятно, что это было подготовкой к тому, что начали 24 февраля прошлого года, к подготовке к захвату Украины, к присоединению Украины. Как именно поддержите свою спортивную форму? Немножко я вышел из формы, пара килограмм. Тренажеры, бег штанга, игровые виды спорта. Бег нет, коленки болят. Штанга рискованная штука, приседание, все такое срочное для спины, она тоже болит. Вместо бега рекомендую всем, извините, спортивную ходьбу. На нормальном пульсе, там смотрите, идите только по пульсу, чтобы не залезать очень высоко. Извините, что я в детали, в детали углубляюсь. Игровые виды спорта, опять же, спина, коленки, сердечко. Если вы люди среднего, старшего возраста, обязательно это контролируйте. Главное, тренажеры любые, у меня с собой спандер резиновые, они продаются везде. Резинки такие, делай с ними что хочешь. Есть полно упражнений в интернете вообще с собственным весом. Отжимания, планки, там, приседания, подтягивания, что хотите. Главное, делайте их регулярно и не доедайтесь на ночь. Дальше. Часто вспоминаете о проваленных выборах Собчака, которыми руководил Путин. Вы говорили, что что-то снимали для их штаба. Вы лично как гражданин, житель СПБ, за кого голосовали в том далеком 96 году? Спасибо, почему, Илья? Мы не снимали для их штаба, а мы продюсировали телевизионную программу Собчака, ответы на вопросы в прямом эфире, на прямое общение с жителями города под названием «Час мэра». Это было. За кого я голосовал? Я голосовал за Анатолия Собчака и никогда этого не скрывал. Почему люди не меняются, история повторяется и никто не учится на чужих ошибках? А потому что люди так устроены. Но если бы учились на чужих ошибках, так жизнь была бы идеальной. Но мы не меняемся. Мы мелкие, жадные, глупые, ленивые, животные, мы люди в целом. Какие-то отдельные индивиды из нас лучше, они и двигают наш, наше человечество вперед. Как вы для себя решили проблему общения с родственниками, друзьями, коллегами, поддерживающими агрессию? Очень тяжелый вопрос, ножом по сердцу. В подавляющем большинстве случаев, если я вижу, что человек активно топит за войну, ничего не хочет слышать, радуется как дурачок тому, что гибнут люди, ему, если ему плевать, что гибнут дети и женщины, я уж не говорю там про людей в военной форме, то, ну, как бы многое меня не связывало с таким человеком, то отношения на этом прекращаются. А есть несколько моих очень близких друзей, очень близких друзей, разорвать отношения, с которыми я не могу, а полемизировать, я понимаю, что бессмысленно. И поэтому мы просто общаемся реже. И говорим на нейтральные темы. Но я через этих людей переступить не могу. И опять про то же самое: нападение на журналистов в Чечне: как отразиться на Кадырове, не перестарался ли Дон. Ну, вы заставляете меня сказать, э, перестарался или не перестарался, если я это скажу, я расписываюсь в том, что я знаю, что за этим покушением твердо стоит Кадыров. Но я этого не знаю. Представляете себе, как устроены э, мозги у чеченских... Э, мужиков. Могу спокойно допустить, что это была инициатива большого количества разных людей. Например, чтобы понравиться Кадырову или что-нибудь еще в этом роде. Но за Кадырова я здесь ответить не могу. То, что я уверен, что настоящий заказчик, организатор покушения не будет найден, ну, почти на 100%. Настоящий. Вы говорите, что не верите в наличие двойников у Путина. Кто тогда был в Дербенте и целовал девочек? Если мне не изменяет память, я говорил о том, что верю, что, может быть, на каких-то там общих планах где-то существуют люди типа двойников Путинских, но они не говорят за него, когда на крупных планах он что-то делает. И я продолжаю оставаться в этом убеждении. Если вы не согласны со мной, к профессору Соловью прошу вас, вы найдете там полное, взаим... полное взаимопонимание. Думаю, что в Дербенте был и целовал девочек Путин. Тем более, что это была не просто так поездка, а спланированная акция, за которой стоял олигарх господин Керимов. Было ли в Западной Европе что-то наподобие крепостного права, как в России? Слушайте, это огромная тема. В интернете на самом деле про это много есть. Конечно, в Европе было полно всяких вещей, как говорите, наподобие крепостного права. Безусловно. И, собственно говоря, это было развитие человечества, вот феодализм. Помните из курса школьной, прошкольной программы? Вот. Потом уже капитализм появился и так далее. Было, конечно, в разных странах по-разному. Почему федерализм в Америке работает, а федерализм в России только декларируется? Ну, ребята, потому что Соединенные Штаты возникали изначально, создавались на ровном месте богатыми, независимыми, умными, образованными ландлордами, людьми. Э, они строили на новом месте новое государство на принципах федерализма. А Россия, извините меня, всю жизнь была монархией. Ну, если мы возьмем вот там от Рюрика, да, то государство, которое потом стало Россией, это что такое? Это князья, великие князья, великий князь Московский, царь Московский, хозяин я Руси. Все. Значит, где-то федерация. Федерации попытались играться попытались играться большевики, но это была чистая декорация, потому что что такое была власть Сталина? Это была такая же монархия, как и предыдущая, только еще более кровавая и жестокая. Поэтому Россия начала учиться федерализму, когда, когда Горбачев объявил перестройку. В результате его признали слабым, ничтожным человеком, который развалил Советский Союз чуть-чуть свободной России, федерализма два года. И в 93-м году новая конституция и Ельцин супер президент, то есть такой же царь, а дальше еще больше царь Путин. В каком месте Петербурга, по вашему мнению, должен побывать каждый? А хрен его знает. Я бы так сказал. И из мест, которые никогда меня не оставляли спокойным, это мемориальные кладбище Пискаревское и Серафимовское, где вечный огонь говорит. Если получится попасть в вторую тюрьму Кресты, пока ее не переделали под туризм и не снесли, ну, пойдите посмотрите. А так, все, что, все, что посещают все. Поезжайте в Питер, вам гиды прохода не дадут. Почему Запад так спокойно на все смотрит? Очень удивительно. Да не смотрит Запад спокойно. Во-первых, Запад это огромное количество людей, разных культур, разных языков, разных размеров страны и так далее. Есть западные страны, которые граничат с воюющими странами, Балтия, Польша, это одна история. Есть там Испания, Португалия, где далеко от войны, и где курортный сезон, и там это все чистая теория, картинка в телевизоре. Там людям больше по барабану, и сказать, что они все на спокойно смотрят, неправильно. Другое дело, что каждый человек везде интересуется в первую очередь своей жизнью. Если в демократическом государстве, в условной Испании не знаю, там, во Франции, вдруг гражданин увидит, что его правительство, которое он, он выбирает, президент, отдает слишком много денег государственных на помощь воюющим странам, а в результате там цены растут, пенсии не растут, инфляция растет в его родной стране, то он будет возбухать. И на этом будут играть разные партии, которые, ну, допустим, пропутинские. Национальные, там, как это, национальное собрание теперь называется во Франции. Марин Лепен, Пен, к примеру. Болезненный вопрос человека, который собирается уезжать за границу. Как пережить и найти способ общения с мамой? Она остается в России, мы уезжаем. Кроме меня у нее никого нет, она не хочет слышать о переезде. И говорит моему 11-летнему сыну, бабушка никому не нужна. А когда он ей говорит, мы тебя любим, заберем с собой, она говорит, а кто меня спросил, хочу ли я этого? Не понимаю, как строить диалог с мамой, особенно если она на него не идет. Она готова со мной говорить лишь о погоде и что поели. Уезжаем через 20 дней, и сердце просто в клочья. Я не знаю, что вам посоветовать. У меня давно нет мамы. Не знаю. Если не получается ее уговорить, постараться сделать так, чтобы она не осталась совсем одна, и постепенно, может быть, разговаривать с ней. Понимаете, я думаю, что если у вас хорошие отношения, и она вас любит, то она в любом случае будет рада, если у вас на новом месте будет все устраиваться хорошо. Такова природа матери любой, так мне кажется. но будет ли от этого знания легче во К Большому сожалению сегодня это вопрос традиционный для сотен тысяч людей. И в том, что этот вопрос вообще стоит, виноват современная сегодняшняя ситуация и власть российская, которая ее создала. Так, поехали дальше, осталось немножко, иначе мы тут до послезавтра будем сидеть. Почему Гитлер не придумал проводить референдумы на оккупированных территориях? Или что такое было? Не понял вопрос. Почему Гитлер не придумал проводить референдум? Потому что он захватывал эти территории, расширяя Лебенсраум, расширяя э, жилое пространство для великой германской нации. В гробу он видал эти территории, референдумы там. Он туда пришел с мечом, я имею в виду меч, не мяч, для того, чтобы расширить поляну для, для немцев. Он не собирался никаких референдумов проводить. Ему не... В гробу он видел эти декорации. Это вот нужно было России проводить фейковый референдум, допустим, в Крыму, под дулами пистолетов и автоматов, собрав депутатов, чтобы они быстро проголосовали. Или что-нибудь еще вот и вроде вот эти референдумы смешные, плохо смешные, кровавые. Вон в Запорожской области, в части, которые захватили российские войска там в, Хер... в Херсонской. Референдум о присоединении, значит, к Российской Федерации. Это когда захватывающая страна очень хочет... Сохранить некие декорации э, приличия. А Гитлер клал на все это с прибором. Просто хотел захватить максимум территории. Более того, проводить референдумы среди кого? Вон в Латвии, среди латышей? То он их за нацию не считал. Там должен был быть совершенно отдельный комиссариат. Там э, Балтийский, Восточноевропейский. И русские же самое. Что с ними, референдумы проводить? Забрать всю территорию до Урала, до Волги, а там дальше пускай живут как хотят, помирают там. А здесь будут немцы командовать. Мы, Гитлер, так размышлял. Продолжаю, да, хочу напомнить, что у нас есть вот наш YouTube канал Набутовый и наш телеграм канал Набутовый. Пожалуйста, ставьте лайки, жмите на колокольчик, расшаривайте, если вам интересно, пишите. Обязательно комменты и в телегу, где у нас такое очень вольное общение. В общем, спасибо вам за все признаки внимания. Комментируйте по полной программе, ругайте, критикуйте. Главное, чтобы искренне было. Даже если вы боты, все равно спасибо за внимание, что называется. Так, советская пропаганда во время войны. Известно, сейчас во время СВО. Многое засекречено, в первую очередь, потери. Любое отступление не называется таковым. Это то с доброй воли, то перегруппировка. Интересно, как подавались провалы неудачи во время Великой Отечественной войны? Не мог же Левитан, Уманский котел, к примеру, назвать перегруппировкой? Левитан ничего не мог. На самом деле Левитан был говорящая голова. Это был, я знал Юрия Левитана, он был очень приятный мужик, очень симпатичный, никогда не строил из себя никакого ни академика, ни политика, ни военачальника, ничего, он был диктор он читал то, что ему давали читать. Но так устроено человеческое сознание, что оно голосу, который слышит, присваивает и знания, и умения. Как диктору телевидения, то же самое. Вот человек, который говорит, вот, вот это вот, вот он власти есть на самом деле. Поэтому Левитан читал тексты, которые ему писали. Естественно, они проходили многократно цензуру. Что касается того, в каких выражениях называли отступление советских войск, особенно в катастрофическом 1941 году. Тема длинная, но так или иначе, конечно же, все равно истинной правды, официальные сообщения, в том числе такого органа Совинформбюро, Советское информбюро, официальные сообщения полной правды не содержали. Советскими войсками оставлен город такой-то, это была фраза, за которой действительно стояло то, что сейчас мы отступаем или бежим. И все довольно быстро научились это понимать. А вот когда уже началось наоборот, когда сломали немцам хребет и началось контрнаступление, ну тогда уже, естественно, ура-ура, и голос Левитана уже был голосом счастья. Если война кончится, вас пригласят руководить каким-нибудь федеральным телеканалом или просто работать на телевидении, упаси меня, Господи. Еще управлять телеканалом этим, упаси, Господи. Ни в коем случае. Так, ну вот последний вопрос, а то уж хватит. Спрашивает Юрий Ариханов. По Конституции 93 года у президента России практически неограниченные полномочия, а обе палаты парламента немощны изначально. Вопрос. Те люди, кто менял старого больного алкаша, видимо, Ельцина, на молодого ГБшника, не урезая полномочий президента, они идиоты или просто охренели от вседозволенности и безнаказанности? Ребят, старого больного Алкаша на молодого ГБшника, как вы выражаетесь, менял сам Товарищ Ельцин. И вопрос, сохранял ли он тогда все дозволенности безнаказанности, мы, к сожалению, ему адресовать уже не сможем. Но, как вы понимаете, решение о выборе преемника, и это не секрет, принимал именно он. Поэтому все вопросы к Борису Николаевичу Ельцину. А поскольку ему их не задать то каждый остается при своем мнении. Ну что поделать, в России живем. Мнение царя самое важное и сегодня точно так же.